когда мы приехали в Ереван. Сирийская кухня Сайтюна. Внутри помещения красивые панорамные окна, а снаружи на веранде большой экран со спортивными трансляциями. Персонал не разговаривает на русском языке, но для нас это не проблема. Главное, чтобы сервис был хорошим. Мы в сирийском ресторане, не знаю, кто как там намазывает или что делает с этими прекрасными булочками воздушными. Андрюша, он берет вот так вот, отламывает и начиняет их всякими закусками. Тут оливочка, хумус очень вкусный, вообще божественный. Перчик. Это артишоки были здесь. Ничего не осталось. Ой. Выпита бутылка вина. И мы сейчас закажем еще по бокальчику. Здесь вот в этой корзиночке булочки лежали. Вообще, на самом деле, вот как аперитиво, прийти выпить бутылочку вина, заказать закусочки. Место классное. Очень-очень-очень классно, да? Просто очень. Название места, вот оно. Будете в Ереване, обязательно зайдите. Там вот, просто вот по вину и закускам. Абсолютно шикардос. Ну и напоследок оставлю рекомендацию о ресторане «Мина», открывшемся этим летом в Ереване. Здесь потрясающая атмосфера с уютным двориком. Можно сидеть внутри помещения, можно на открытом воздухе снаружи в тени абрикосовых деревьев. В центре зеленого сада установлена настоящая неаполитанская печь для пиццы. Блюда подаются на красивой посуде, привезенной, кстати, из Флоренции. Внимание каждому гостю, как к самому дорогому. А вообще Ереван – это, конечно, гастрономический рай. Здесь рестораны, кафе, бары на любой вкус и цвет. Красиво оформленные снаружи и внутри, привлекательные, вкусные и интересные. О новых местах буду рассказывать по мере их посещения. Спасибо за просмотр. Увидимся!